Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. Делаем салат из семушки. Значит, здесь у меня микс салата. Вы можете использовать любой микс салат. Лайм, цедра лайма нам нужно. Натираем. Сок лайма выжимаем, мешаем. Выкладываем на тарелку аккуратно. В раскаленную сковородку, не сильно, сливочное масло, растительное, и обжариваем семгу. Солим. Выкладываем наши помидорки. Наливаем зеленое масло. Соус голландез. Нашу жареную семушку. Посыпаем кунжутом и черным тмином. Оформляем долькой лайм. Оформляем нашим чипсом. И добавляем отварное яйцо. Идеально.